Я б хотел принести тебе в дар все неспетые песни мои. И в любовном хотел забытьи вновь раздуть эту искру в пожар. Гражданин Косой Арапет, Бек Меликьян, именем закона требую сойти вниз. Не сойду. Почему у Мурада должно быть радио, у меня нет? Что, кровь у него краснее, или он умнее меня? Не спущусь. Он оскорбил меня. Ты что, косой черт, не понял? Этот стол мой. Да замолчи ты! Не вмешивайся! Этот стол не твой, не мой. Он общественный, он государственный. Да пойми ты, дурья башка, такую планировку не я придумал. Над ней ученые люди бились, они 20 ведер чая выпили. Неделями думали, пока наконец не пришли к мысли, что этот столб должен стоять там, а не здесь. Улица должна расширяться, 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 пока наконец не превратится в проспект. Понял? Да. Слезай. Пока радио не повесите, не слезу. Слезай, а то я тебя... Не вмешивайся! Копайте! Копайте! Стойте! Копайте! Люди! Вы только посмотрите, что делают эти изверги! Они убьют моего мужа! Ты что, разоралась на весь город? Преступление! Уберу вас отсюда, государственный вас! Хотите оставить своих детей сиротами? Уйди. Не дам копать! Не дам вам копать! Свое дело. Пустите! Не слезу. Пустите Столк меня! Мой. Где твоя совесть, жестянщик Аршо? Кто дал тебе право, а? Я не жестянщик! Смотри! Дай сюда! Вот мое право! Думаешь, из-за твоего аэропета я задержу государственное дело? Ученый лучше знает, где вешать радио. Остановлю прогресс? Прекратите! Немедленно прекратите! Посмотрите, люди! Посмотрите, что они делают! Стена вам не мешает? Перестаньте ее рушить! Мешает! Кому? Автомобилю, прогрессу! Зачем стену ломать? Неужели ваш прогресс не может въехать воротам? Не может, его ширина 2 метра! Здесь, на месте этих глиняных хижин, вырастет новый сказочный город Айкаван. Вместо этой сапожной будки мы построим многоэтажный дом из розового туфа. Повернитесь сюда. А здесь, где теперь находится хибара деда Патвакана, мы построим аэропланный городской вокзал. Посмотрите направо. А где мы со старухой там будем будет жить? Театр. Кинто Азат, где мы будем жить? У меня на голове. Что ты пристаешь с глупыми вопросами? Деревьями. А вот здесь, по этой вот улице с новым тротуаром, через 3 дня совершит свой первый рейс Айкаванский пассажирский автотранс. Автомобили, товарищи, прибудут в Айкаван завтра. А сегодня вы пройдете по новому тротуару. Этим тротуаром мы открываем дверь в прекрасное будущее, дверь в новую жизнь. Хлопайте. Честь пройти первым. Я шагал по тротуарам Парижа, Вены. Вы не пожалеете, товарищ Рафаэль, что доверили мне
Это ответственное дело. Я знаю, как надо шагать. Прошу, товарищ Попознак, счастливого пути. Что делает эта бесстыдница? Чтоб тебе пусто было, Варсо, проклятая шлюха. Цветы, цветы, кому цветы? Бесплатно отдам. Иди, иди. Возьмите цветы. Надоедай. Об автомобилях мечтают голодранцы несчастные. Поздравляю вас, товарищ Попознак. Благодарю вас от всей души. Ура, товарищу Попознаку! Ура! Ура, товарищи! Назад! Остаткам проклятого прошлого нет места в новой жизни! Варсо, ты остаток прошлого. Тебе сюда нельзя. Я хочу поздравить вас, дорогие айкованцы! Вы с сегодняшнего дня дорожали! Вы вступаете в новую жизнь! А я из своего проклятого прошлого плюю на вашу новую жизнь! Замолчи! Замолчи, дрянь! Не долбитесь, шагайте не спеша, степенно, если наступите на ногу, извинитесь! Милиционер, у меня вопрос. Слушаю. А лошади где хотите? Она пешеход или автомобиль? Лошадь это животное, а не пешеход и не автомобиль. Но она ведь пешая. Пешая, но с фаэтоном. А фаэтон может покалечить людей. А здесь автомобиль может покалечить лошадь. Что же прикажешь нам по крыше ездить? Долой! Долой, проклятые фаэтоны! Эй, люди! Слышали, что сказал этот умник? Оказывается, в Айковане и лошадям тоже нет места. Дождались новой жизни, съели! Тротуар, тротуар. Помешались все на этом тротуаре. Как будто один тротуар может сделать Айкован городом. И зачем амбалу тротуар? Он как был, так и останется неотесанным грузчиком. Ему хоть Эйфелеву башню здесь поставь. Кто там? Дядя Попознак, это я. Варсо? Ты что тут делаешь? Дядя Попознак, я тоже хочу пройти по тротуару. Можно? Конечно. Только помоги сначала убрать его. Я все сделаю. Сейчас, дядя Попознак, я уберу. Голые животы прикрыть. Простите. Животы прикрыть. Как же так? Какой же канкан без некоторой фривольности, мадемуазель Софик. И потом наш танец рекламирует автомобиль, будущий автотранс. Хотя, честно говоря, я уверен, автомобили не пришлют. России не до нас. Там голод, разруха. Если вы так уверены, то к чему этот танец? Я прежде всего коммерсант. Не забывайте, сейчас у нас НЭП. Я всегда был далек от политики. Послушайте, господин коммерсант, или вы будете считаться с нашими представлениями о морали, или мы закроем ваше заведение. Закроете? Обязательно. Вы поняли, я надеюсь, господин Петешан. До свидания. Все, дядя Попознак, чисто. Умница.
Теперь можно? Подожди. Запомни, дочка, по тротуару надо ходить с достоинством, с гордо поднятой головой, не оглядываясь по сторонам. Поняла? Поняла, дядя Попознак. Ну, я пойду. Иди, иди, дочка. Никого нет. А говорит кто? Голос свыше. Какой голос? Посмотри налево, увидишь. О! Эй, эй, извозчик! Дурак, что ты делаешь? Должен ведь аэроплан куда-то сесть. Только не сюда. Хватит жрать, товарищи буржуи! Прибыл Айкованский автотранс! Ура! Ведущего вас невест, товарищ Ливудин! За тобой, дай только срок, явится целый автодром. Ой, на радость нам гудок. Привет чуду 20 века, с дороги, с дороги. Да здравствует автотранс, ура! Да здравствует автомобиль, да здравствует прогресс. А зачем эти автомобили? Всякие тяжелые вещи возить, как в больших городах. Там ведь люди на своем горбу ничего не таскают, понял? Да, братец Фонос. А мы что делать будем? Ездить на этих автомобилях туда, сюда, туда, сюда. А нам за это платить будут? А как же? Товарищи, дорогие айкованцы, мы одного класса люди. Нам идти в одном строю. Нам вместе строить новую жизнь. Примите от ваших братьев, ивановских рабочих, подарок. 2 автомобиля и 26 станков для строящегося механического завода. Эти автомобили – первые ласточки отечественного автотранса. Первые ласточки новой жизни. Пусть в вашем городе застучит автомобильный мотор. Низкий пролетарский поклон вам, дорогие братья, от ивановских рабочих и русского народа.
Для чего эта штука? Ты ведь все знаешь, аэропед. Это? Да. Все равно не поймешь. Ну? Да, это прогресс, товарищ Шевер. Я, как первый гражданин Айкавана, обязательно должен быть среди первых пассажиров. Опоздали, товарищ Попознак. Не могу же я посадить вас на голову шоферу. Ты обязан высадить кого-нибудь из автомобиля ради первого гражданина города Айкаван. Да поймите вы, у нас все равны. Я не имею права. Моя поездка в автомобиле – это политический акт, товарищ. Не могу я. Шевер. В автомобиле нет места. Обещаю, поедете вторым рейсом. Слышали, что шофер сказал? Фаэтонов больше не будет. А на чем люди будут ездить? На чем? На автомобилях. На этих двух. Да, и еще пришлют. Ну, вот видишь. Дурак, опять хочешь все изменить. А мы что делать будем? Не знаю. А, Тишан сказал, улицы будем подметать. Так, так. Ну что, все поняли. Теперь в этом мире вы лишние. Пока существуют автомобили, вы остатки проклятого прошлого. Тишан сказал? Причем тут Птишан? Вот. Вот, пожалуйста. Узнай у них, почему они сходят с фаэтона. Мы сейчас едем. Зачем ты сходишь? На фаэтонах мой дед ездил, а я поеду на автомобиле. Уважаемые граждане, первый рейс по маршруту Айкаван-Канакер отправляется. Счастливого пути, дорогие айкаванцы! Отправился! Ура! Ура! Видели? Запомните сегодняшний день, граждане Айкавана! Ура! 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 Внимание! Пассажиры второго рейса, товарищи, бухгалтер Овсепян Попознак, Амбала Лаян Фанос, лудильщик Макич, сапожник Гало, предлагаем вам занять места в городском автотрансе. Автомобиль по маршруту Айкаван-Чарбах отправляется. Доброго тебе пути, сынок. Братцу Салибеку передай, держи, что куры наши уже не сходятся. До свидания, дочка. А сестрица Занан скажи, что я жива и здорова. Держись, держись, крепче, чтоб не вывалиться. Ну все. Сожми зубы. В автомобиле положено ездить только с закрытым ртом. А то тряхнет, без языка останешься. Ты понял? Да-да, повтори. Понял. Зубы сжать. Да. Автотранс не фаэтон. Понятно. Куда, лудильщик Макич? А я есть в списке. Ты есть, а гуси в списке нет. Товарищ Арциф, с гусями можно в автотранс? Гуси разрешается провозить в автотрансе только в том случае, если он не испачкает автомобиль. Он голодный, товарищ Арциф, он не напачкает. Долезай. Счастливого пути, дорогие айкаванцы. Айрабе, не уезжай! Не нарушай порядок. Не оставить! Это место товарища Попознака. Товарищ Попознак, автотранс ждет тебя. Ну что? Что случилось, товарищ Аскольд? Для автомобиля нужны хорошие дороги, ровные, без ухабов. Но автомобиль цел? Что с автомобилем? Конец ему. Конец? Почему? Ну что там, мастер Оник? Ох, как разворотило. Ни картера, ни коленчатого вала. Хана вашему авто. Хана. Как хана? Наши дороги для автотранса не годятся, ясно? Ясно. Все ясно. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам рейс Айкаван-Чарбах откладывается. Кладите. Кладите, говорю. Вино. Тухлый у вас, сэр.
Завтра принесите свежего и лобби. Я его очень люблю. Я быстро наведу на базаре порядок. Сейчас у меня власть. Не с места, голый арам! Руки вверх! Что на себя одел? Голый арам, ты признаешь себя виновным? Не признаю. Как это понять? Очень просто. Я не контра и не вор. Потому что на мне красный лозунг. А, вон куда ты загнул. А лозунг, по-твоему, что? Вещь, которую любой может присвоить? Думаешь, лозунг – частная собственность? Нет! Он народу принадлежит, всем! А я кто? Я голый арам. Значит, я и есть народ, правильно? Стало быть, лозунг принадлежит мне. Слушай, Арамджан, не строй из себя дурачка. Не может быть народом один человек. Народ – это все! Если к тебе голому араму прибавить Патвакана, Фаноса, Айрапета. Но если этот лоскут ты будешь делить между всеми остальными... Да не делить! То и по носовому платку достанется не каждому. Да и сам лозунг пропадет. Зачем же переводить народное добро? Да и автомобиль останется без приветствия. Ты об этом подумала, товарищ Суфик? Не подумала, каюсь. Да объясните же, наконец, этому демагогу лозунг для того, чтобы его читали, читали, читали! Да я тебя сейчас прибью! Тварь безбожная, а ты не знаешь! Тихо! Голый арам, хорошо, предположим, ты народ. Допустим, этот лозунг, как народное добро, принадлежит тебе лично. Я согласен, согласен. Ты сшил рубаху и ходишь в ней. Пусть будет так. И с этим я согласен. Но что делать тогда этим грамотным айкованцам, которые захотят прочесть этот лозунг? Где они будут тебя искать? А? Где они будут искать тебя, сукин сын? Ну я же здесь. Веревку! Привязать его к столбу! Айкованцы и голый арам! Теперь у нас никто не должен ходить голым. Посмотрите на этот хвостатый пиджак, так умеют шить только в Европе. Так вот, этот пиджак и остальную одежду прислал духанщик Акоп из-за границы. И получите вы все это даром. В такой одежде только по углам в огороде стоять, а не по городу прогуливаться. Нет уж, лучше я голым останусь. Братец Пелцо, скажи мне, такую хвостатую одежду уважаемый человек может носить? Да. В такой одежде он станет еще более уважаемым. Плтоджан, мы что хотели спросить? Если все будут одеты в одинаковые пиджаки, как тогда различить, кто тут амбал, а кто духанщик? Правильный вопрос. Слушайте все, что я отвечу Фаносу. Слушайте внимательно. Именно за это мы и боролись. За то, чтобы не было ни слуг, ни господ. По новому закону, кто духанщик, кто амбал, не важно. Теперь все хозяева, все равны, понятно? Ну-ка, дед, отойди. Олухи, это же культура. Прогресс. Европа, надо понимать. Полточан, подбери мне что-нибудь в клетку. Вот, выбирай, Кентуазад. Вот. Сейчас вы увидите, что такое культура Европы, Чемберлен. Плутоджан, а? Нам тоже дай, братец Плуто. Сейчас, амбал Фанос, тебе подойдет хвостатый пиджак. Мы не хуже Чемберленов. Так, ага, очень хорошо. Вылитый буржуй, Якоб. Да? Фанос, а? Надо расписаться. Вот здесь. А вот и я. Поняли теперь, что такое прогресс? Честь имею. Ну, налетайте! Это тебе, амбал Офсеп. А это ты возьми, братец Карпис. Распишитесь. Орденов-то. Кот наплакал. Не умеешь воевать, нечего было лезть. Тоже мне генерал.
Аветис, ты ничего не получишь. Это почему? Тебя Духанчик Акоп не любил. Плевал я на вашего Духанчика и на Европу тоже. Значит, скажешь, здравствуй, Варсоджан. Я пришел, в общем, пришел в гости. Варсоджан, я пришел. Да, правильно, так и начнешь. Потом поговоришь... О погоде. О погоде. О Чемберлене. Да, о Чемберлене, но сначала о погоде. Смотри, такой порядок, не перепутай. О Чемберлене, о погоде. Да, да. Потом дальше скажешь, Варсаджан, детей у меня много, много. Да, много. Это правда. Сарибек, Нарине, Нарину. Этого не надо. Этого не надо. Ты просто скажи, детей много, жена умерла, стань им матерью. Умерла. Да. Стань им матерью. Ты все запомнил, Фанос? Да. Хорошо. Иди. Не бойся, иди. О, Амбал Фанос, ты куда? К Варсо пришел. К Варсо пришел. Зачем, позволь спросить? Поговорить о погоде, о Чемберлене. Ах, вот оно что. О Чемберлене. Я тебе покажу Чемберлена. А ну, выкатывайся отсюда. Почему? Здесь. Место для благородных людей. А я, по-твоему, кто? Ты паршивый грузчик, одетый в чужой фраг. Да? Быстро мотай отсюда, пока цел. Не пойду никуда, я теперь тоже благородный. Что тут за базар? Я к тебе в гости, Варсоджан. Я гостей больше не принимаю, убирайся. Подожди. Варсоджан, я ведь пришел не с пустыми руками. Я тебе принес гостинец. Три яйца всмятку. Три? Да. Только сначала я их съем, можно? Можно и так. Но потом мы поговорим о Чемберлене. Да. Ну, что молчишь? Ничего не вышло. Кинтуазад принес яйца в смятку. Целых три. Ах так. Да. Ну, ладно. Карпис, давай. Держи. Свежий мацони. Бабушка Манишак! Бабушка Манишак! Фанос у Варсо в гостях. Что случилось? И твой муж там. Где? У Варсо, о Чемберлене говорят. Будь ты проклят, Карпис, опозорил на весь город. Зварт, они им отцо не понесли. Сирануш, Атануш, женщины, выходите! Хватит терпеть эту шлюху! Я Карпису ноги переломаю! Скорей! Мать! Бесчестный ты человек! Позор на твою голову! Зачем ты меня позоришь? Ты сам себе!
ребенок! Перестаньте! Сейчас всех перестреляю! Отойдите! Ты, старый хрыст! Не трогайте! Не трогайте меня! Ты что? Люди! Где эта шлюха? Где она? Покажите, я убью ее! Прекратить! Прекратить драку! Остановитесь! Вот она! Держите ее! Вы не имеете права меня бить! Сейчас не те времена, не проклятое прошлое! Я не виновата, что я красивая, что ваши мужья меня любят! Иди туда! Бейте! Варсовью! Люди, скорее! Варсовью! Получил? Игдырская собака, у меня больное это ухо, дай поздоровь! Да за казан я тебе голову оторву! Посмотрите, люди! Пьют распутницу Варсов! Бегите сюда, скорее! Варсовью! Пропустите, не смейте бить Варсо, я вам все космы подираю, пропустите! Что случилось, Фанос? Товарищ ребят, Варсо бьют, она не виновата, ей просто есть нечего. Отойдите друг от друга, что вы не поделили? Прекратите драку немедленно, я требую! Ну-ка, прекратите! Перестаньте избивать друг друга, я вам приказываю, я приказываю! Стойте! Не смейте! Отойдите! Не троньте Варсо! Убери руки! Уйди, стерва! Прочь отсюда! Не подходи к ней, старая ведьма! Арестую всех! Безобразие! Обратите на нас! Я требую! Он во всем виноват! Как вам не стыдно? Разве вы не матери? Разве вы не рожали детей? Она такая же равноправная гражданка, как и вы все! И самосуд устраивать я вам не позволю! Запомните! Пусть моим покровителем и защитником будет на этом суде сам святой Саркис. Да, я избила эту распутницу, товарищ Аршо, потому что мой сын, этот непутевый Фанос, стал ходить к Варсо в гости. И еще потому, что она самое настоящее зло и шлюха. Варсо не виновата. Виновата! Жизнь ее заставила. Что было делать? Умирать с голоду? Да. Сестра Фаноса, моя Вартуш, в 15-м году выбрала смерть, чтобы ее не коснулись грязные руки янычара. Она повесилась в сарае. И я правильно сделала, что избила эту шлюху. Обвиняемый Саркисян Аво. Слушаю вас. За что ты избил гражданина Карапета? Товарищ Аршо, несколько месяцев назад он взял у меня казан и не отдал. Говорит, что стащили. А какое мне дело? Ты же взял казан? Да, взял. А вернул назад? Нет. Что мне оставалось делать, товарищ Аршо? А? Ясно. Гражданин Севоян Карапет. Встать. Отвечай. За что ты избил гражданку Севоян Айкандухт? Разве она не моя жена? Хочу бью, хочу нет. Жена не собственность. Теперь женщина такой же равноправный человек. Если еще хоть раз увижу синяк на лице твоей жены, ты в ту же минуту будешь арестован. Слышали, что он сказал? Какое же это прекрасное будущее, если рабочий человек не имеет права избить собственную жену? Кому нужна эта новая жизнь? Я вас спрашиваю. Обвиняемый
Бекмеликян, встать. Ну, а ты кого бил? Не разобрал. Там было полно народу. Толкались, как бараны. А в каждом деле обязательно должен быть порядок. В каждом деле. Ты не увиливай. Отвечай на вопрос, кого бил и за что. Пожалуйста. Иду я себе тихо, спокойно. Вдруг драка, смотрю, я здесь, они рядом дерутся. Что делать? Стоять руки в брюки? Я все-таки мужчина. Гражданин Айропет Бекмеликян, именем закона ты арестован. Как? В чем я провинился? Этих людей можно понять. Они вдоволь нахлебались горя. И дело тут вовсе не в Варсо и не в Казане. Это был всего лишь повод, чтобы выплеснуть свое горе наружу. Вот почему они сегодня словно озверели. А у тебя, косой арапет, и повода никакого не было. Ты бил людей просто так, от нечего делать. Потому что ты злой человек. Ясно? Всем встать! Гражданин Айропет Бекмеликян, именем закона ты приговариваешься к домашнему аресту сроком на 10 дней за жестокость и бесчеловечность. Успокойся, Варсоджан. Это же я, Кинто Азад. А куда девались старухи? Разошлись по домам. Черт, вы дуры. А откуда цветы здесь? Кто может такой ерундой заниматься? Карабала. Варсоджан, ты случайно не забыла? Что? Ой. Я же тебе принес 3 яйца всмятку. Да, я их сразу съем. И на здоровье. Но я же взамен ничего не получил. О Чемберлине мы так и не поговорили. Азаджан, когда у меня будут деньги, я куплю яйца и верну тебе. Ну откуда у тебя деньги? На дороге они, между прочим, не валяются. Не надо, у меня все болит. Укройся, укройся, Варсоджан, а то простудишься. Тут Карабала цветы принес. Зачем они ей? Ну, я пошел, Варсоджан. Береги себя, не болей. Подожди. Кинто Азад, от имени айкованцев, от имени всех сирот, от имени Армянской Советской Республики постановляю.
Ешь. Ешь. Завтра в 9 часов утра здесь будет решаться дальнейшая судьба гражданки Ворсеник, бывшей Ворсо. Явка всех присутствующих обязательна. Не бейте меня, тетушка Манишак. Я больше не буду. Я уеду из этого города, обещаю. Клянусь могилой матери. Ты нас не бойся, дочка. Мы сюда пришли не для этого. Бить не станем. А зачем вы пришли? Меня святой Саркис к тебе прислал. Кто? Святой Саркис. Вчера ночью он явился и сказал: сестрица Манишак, хватит, пожалей Ворсо. И скажи всем людям, что она тоже дитя человеческое. Так вот, принят новый закон. С этого дня ты больше не Ворсо, ты Ворсеник. И утром тебя выдадут замуж. За кого, еще неизвестно. Ты должна быть вымытый, причесанный. Антарам принесла тебе белое платье. Уже светает. Вставай. Что написано? Ворсо шлюха. Гражданин Алоян Фанос, согласен ли ты взять себе в подруги жизни гражданку Ворсеник? Согласен ли ты делить с ней все радости и невзгоды? Да, согласен. Гражданка Адонс Ворсеник, согласна ли ты стать женой гражданина Алояна Фаноса и делить с ним все, невзгоды и радости? Согласна ли ты помогать ему в строительстве новой жизни? Согласна. Уважаемые супруги, от имени всех айкованцев искренне поздравляю вас. Желаю больших успехов в жизни и в труде. Желаю счастья. Эрабет, ты же ходил на свадьбу. А что тебе позволил? Эрабет, прошу. Отстань. Но ведь автомобилю нужна дорога. Я арестован. Радио кому поставили? Мураду? Вот пусть он и строит. А мне сидеть еще 5 дней. Плевал я на автомобиль. Немедленно выходите, иначе я подожгу сарай. Откройте сейчас же! Не открою! Мы протестуем! Против меня? Нет. Автомобиля? Нет. Против чего вы тогда протестуете? Мы вообще протестуем! Вообще нельзя протестовать! Идите строить дорогу! Выломать дверь! Ломай! Гражданин Айропет, товарищ Аршо передал, за хорошее поведение тебе сократили домашний арест на 5 дней.
Ты свободен. А я себя не освобождаю. Сколько положено, столько я сижу. Понятно? Стало быть, вы отказываетесь строить дорогу для автомобиля, да? Я вас спрашиваю. Отвечайте. Скажи, Азат. Прошу пардону. Мы не идем, потому что по новому закону, очень хорошему закону, никто не должен работать даром. Правильно. Это раньше мы на проклятого царя гнули спину. А теперь новая жизнь, да? И ты не заставишь нас идти? Верно. Давай старые порядки! Я правильно сказал? Правильно. Вот так. Ах, вот как ты все повернул, по-своему, по-торгашески. В таком случае я с тобой заговорю на твоем языке. Сколько ты заплатил за пиджак? За этот? Угу. Ничего, мне его выдали на складе. Даром? Даром. Снять с него. Как это? Снять немедленно! Должен быть, наконец, в этом проклятом городе какой-нибудь порядок. Не хочу никакой свободы! Вы еще пожалеете об этом! Я тоже, как и вы, работал на царя Николая. Пострадал от самодержавия. Посмотрите! Вот! Это грудь угнетенного пролетария! Вы не обойдетесь без меня! Фарнуса готов. Напрасно вы прячетесь. Из-за возраста вы освобождаетесь от работы. Прошу. Все равно автомобили здесь не приживутся. Приживутся, приживутся, мастер Сагател. Дядя Аршо! Дядя Аршо! Мой папа сказал, что просто так не придет. А кто твой папа? Косой Арапет. Ну и не надо, без него справимся. Нет, ты не понял. Он без музыки не хочет, потому что он ничем не хуже Амбала Фоноса, он говорит. Ах, вот как. Ну ладно, будет ему музыка. Снимай. Вот так, еще. Держу. Вдвоем с тобой мы его одолеем, Фонос Джа. Взяли. Ой, Софи, смотри, кто пришел. Опять будет драка. Фонос, сознавайся, что натворил? Ничего, чтобы не провалиться. Богом клянусь. Что вам здесь нужно? Засыпать бы этой землей ваши непутевые головы. Посмотри на себя, на кого ты похожа. Это вас не касается, гражданка Манишак. Зачем явились? А затем явились, что вы здесь с самого утра. Не съели ни куска хлеба, не выпили ни глотка воды. Отдохните немного, а уж потом работайте хоть до упаду. Кто же на пустой желудок строит новую дорогу, а? Да. Ставьте еду. Антарам, Айкандуфт, Зварт, раздавайте лопаты. Женщины будут копать отсюда. Мануш, собери всех, кто помоложе, и веди их туда, в тот конец. Начинайте. Thank you.
Дорогу! Дорогу пассажиру Айкаванского автотранса! Еду в червах. Люди! Люди! Наступил день страшного суда! Посмотрите на проделки дьявола! Дом этот проклят! Горе мне несчастной! Пусть руки и ноги отсохнут у тех, кто привез сюда этот сатанинский железный гроб! Будьте вы все прокляты с вашим автомобилем! Где мне теперь жить? Я не войду больше в этот дом! О, горе, горе мне! Прав, братец, загадал тысячу раз прав! Не нужны нам эти чертовы автомобили! Твой? Мой. Ясно. Ты точно оставил машину внизу? Точно, товарищ Аршавир. Она стояла вон там. Верно. Стояла там. А почему же она очутилась здесь, а? Ты меня об этом спрашиваешь? Ну, не автомобиль же. Я должен отвечать? Обязан. Это допрос. Откуда мне знать, товарищ Аршавир? И то верно. Я тоже не пойму, кто и как поднял эту махину на крышу. Дорогие айкованцы, по техническим причинам рейс по маршруту Айкаван-Чарбах откладывается. Чтоб вы ослепли! Запомните, голодранцы, если меня не переселите в новый дом, голову оторву, не будь я сато! Садитесь, садитесь, автомобилем крышка. Ну, поехали. Я и в сердце безмятежном звучала песня чистой девственной струной. Но ты ворвался на коне своем железном с лихим мотором и разрушил мой покой. Мадемуазель Софик, я к этой истории совершенно не причастен. Да, я Непман, но я никогда не был вредителем. Поверьте, я сам глубоко возмущен. Перейдем к делу. Пусть плачет танго, отпевая день счастливый. О, плачь, Жоржет, его любовь обман один. Да будет проклят этот мир несправедливый. Нет, не вернется больше красный лимузин. Господин Петишан, я слышала, вы скупаете старинные вещи. Да, да. Так вот, предлагаю фламандскую мебель из красного дерева. Шкаф, буфет, стол, 5 стульев. Плата наличными, можно мукой. Согласен на любые условия, но позвольте дать вам совет. Продавать такую мебель безрассудно. Вы молоды, красивы, она вам еще пригодится. Пользуйтесь благами жизни. Если вам нужна мука, я готов вам дать ее безвозмездно. Послушайте, господин Птишан, вы меня неверно поняли. Я сюда пришла не милостыню просить, а заключить с вами сделку. Да или нет, отвечайте. Не сердитесь. Умоляю, не сердитесь, мадемуазель Софик. Я рад быть полезным. В трудную для Родины минуту я всегда готов помочь ей. Подарив мешок муки, бедная Родина. Как вы жестоки. Что ж,
Я беру вашу мебель. Давно бы так. Через полчаса вам ее привезут. А этот стакан, дорогой мастер Оник, я поднимаю за твои золотые руки и за твою мудрую голову. Эх, мастер Оник, на тебя вся надежда. Случилась беда, и только ты один. Ты сможешь нам помочь. Сегодня айкаванцы обращаются к тебе с просьбой. У тебя золотые руки, большой талант и очень доброе сердце. Ты не оставишь свой народ в беде. Конечно, Аршоджан. Ты спустишь автомобиль с крыши. Я? Да, да, Оникджан. Не забудь, там наверху есть власть. Нет-нет, чуть-чуть пониже. Ну, выпьем за твое доброе сердце. Выпьем, товарищ Аршо. Откровенно говоря, Аршоджан, я уже и сам ломал голову над тем, как помочь вам. Но как можно спустить оттуда автомобиль в целости и сохранности? Ну, просто ума не приложу. А ты подумай, ведь кто-то же его туда поднял. Откуда мне знать, кто поднял? Ну, кому же знать, если не тебе? То есть как? Мы друг друга поняли. Главное, помоги нам снять автомобиль. А мы в долгу не останемся. Рафик, ты пришел? Да, я здесь. Ставь сюда. Что это? Мука. Тебе за труды. Спасибо, товарищ Аршо. На здоровье. Очень кстати. Мастер Уник, а? Завтра в полдень айкаванский автотранс должен совершить свой первый рейс. Ты понял? Я постараюсь. А... Ты приходи утром, что-нибудь придумаем. Придумаем? Будь уверен. До завтра. Не поцарапайте. Аккуратней. Пануш, подальше от стены, подальше. Смотри, чтобы ничего не гремело. Хорошо. Что я вам говорил? Так и поднял по частям. Извозчики подкупили за 2 мешка картошки. А ты уверен? Я все выяснил. Приговор. За поднятие автомобиля на крышу дома гражданки Алварян, за взяточничество, за срыв первого рейса айкаванского городского автотранса по сговору с извозчиками, за бесчеловечное отношение к своим ученикам, за использование труда несовершеннолетних в корыстных целях, за нанесение вреда прогрессу и проявление политической неграмотности, гражданин Оганесян Оник приговаривается к высшей мере наказания – изгнанию из города Айкавана сроком на 1 год. Даем тебе час на сбор вещей. По техническим причинам рейс по маршруту Айкаван-Чарбах откладывается. Куда дел бензин? Вылил. И из бочки тоже вылил? Угу. Рука не дрогнула. В Александрополе есть бензин. Если дадите мне 2 дня сроку, доставлю. Не дадим. А кто рискнет поехать? В горах полно бандитов. Мы рискнем.
Вероника, кто будет чинить твои зоны? Верните Вероника! Верните вас, Вероника! Кто будет чинить фаэтоны? К черту ваши автомобили! Люди! Нам не нужны автомобили! У нас есть фаэтоны! Спасайте мир от гари и грохота! Спасайте свой покой! Уничтожьте этот железный гроб! Ведьма старая, слезай с автомобиля! По-хорошему прошел! Лучше уйди! Лучше меня убей! Уйди, разнесу тебя на куски! Лучше уйди, не доводи до крыши! Он тебя тогда живьем закопает! Не подходи, Мурат, не подходи! Спасайте Айкаван от железного грохота. Подумайте о своих детях. Не лишайте их тишины и покоя. Отсидеть, пока не поздно. Ты одноглазая собака! На женщину руку поднял! Убью! Вот тебе за автомобиль! Не надо! Вот тебе за антаран! Не надо! И еще! Не надо! Окей. Нашел время играть! А куда же ты себе фаэтон деваться? Пойди! Я должна сообщить следующее. Завтра Айкаванский автотранс получит еще 15 автомобилей. Сейчас прошу приготовиться к отправке пассажиров рейса Айкаван-Чарбах. Граждане-извозчики, когда я повернусь к вам лицом или спиной, сразу остановитесь. Уступите дорогу автотрансу. С этого дня в Айкаване вводятся правила уличного движения, как и в любом большом городе. Дорогие граждане, Айкаванский автотранс отправляется в рейс. Поздравляю вас!